Здравствуйте, меня зовут Максим. Сегодня будем с вами готовить яйцо бенедикт. Для этого нам потребуется яйца, хлеб, тостовый обязательно, сыр, лимонный сок, зелень, которую вы найдете у себя в холодильнике, и обязательно соль и уксус. 2-3 литра воды, уксус обязательно 9%, можно 6% использовать яблочный. Как только вода закипает, мы добавляем столовую ложку уксуса на литр воды, щепотку соли. Как только у нас реакция прошла, вода не должна кипеть. Это самый главный фактор. Делаем воронку прямо до самого дна кастрюли. И в эту воронку разбиваем яйцо. Пока у нас яйцо варится, нам надо будет приготовить голландский соус. Для этого нам потребуется блендер и чашка. Берем 3 яйца и отделяем белок от желтка. Нам потребуются только желтки. Отделили. Самое главное, чтобы в белок не попал желток. Если попадет желток, тогда у нас не забьются белки. Бенедикт готов. Мы достаем яйцо. Трястись оно должно примерно вот так вот. Пока у нас сковорода нагревается, мы готовим соус. Для соуса нам потребуется 3 желтка, щепотка соли, лимонный сок и немножко чабреца. И прокручиваем до однородной массы, пока не получится белая густая пена. Добавляем в блендер 3 яйца и прокручиваем буквально 2-3 минуты. Соус готов. Теперь берем тостовый хлеб. Отрезаем лишние корочки, которые потом можно будет пустить на котлеты. И немножко подсушиваем на сухой сковороде до образования красивого золотистого цвета. Хлеб готов. Далее на каждый кусочек выкладываем по слайсу сыра. Потом выкладываем друг на друга. Сверху ложкой делаем небольшое углубление, прямо вот. Не боимся. В это углубление укладываем яйцо бенедикт. Сверху поливаем голландским соусом. Блюдо готово. Приятного аппетита!